Вот пока у нас провожают зиму в лете, вечном лете, в Рио-де-Жанейро идет карнавал. Вечеринки не прекращаются ни днем, ни ночью. По приблизительным подсчетам, красочный праздник собрал около 2 миллионов участников из разных стран. Все они соревнуются, у кого костюм оригинальнее и танец зажигательнее. На карнавальные дни в Бразилии запланировано примерно 450 разных вечеринок. Одна из них грязная. Причем в прямом смысле этого слова. Участники шоу мажут тела грязью и глиной и веселятся. Странное действо. Оказывается, традиция местных рыбаков. Так они много лет назад спасались от москитов. Карнавал шагает и по другим странам. Тысячи жителей Боливии нарядились в национальные костюмы и вышли на улицы. Отмечу, что карнавал в городе Оруро входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Музыкально-танцевальный праздник продлится до конца выходных. Колумбия тоже гуляет. Четырехдневное шествие в городе Барранкилья, одно из самых зрелищных в мире, этот карнавал тоже внесен в список нематериальных сокровищ ЮНЕСКО.